На освобожденных от армянских захватчиков землях Азербайджана будут созданы музеи оккупации. Соответствующее поручение дал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года. «При проведении градостроительных работ определите и доложите мне, какая часть Агдама, Физули и других городов, какой квартал должен остаться в разрушенном состоянии, как музей армянской оккупации под открытым небом», – сказал глава государства. Ильхам Алиев подчеркнул, что такие музеи должны открыться во всех освобожденных городах одновременно с мемориальными комплексами и памятниками, посвященными победе Азербайджана в Карабахской войне. Президент поручил создать концепцию этих музеев, пояснив, что с одной стороны они должны отражать картину оккупационной политики Армении в целом, а с другой в каждом районе и городе должна быть представлена посвященная именно ему экспозиция. По его словам, это позволит гражданам Азербайджана не забыть, а иностранным гостям узнать, от какой беды были спасены земли Азербайджана и Южный Кавказ в целом. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.